Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Выращивание картошки – это очень интересный процесс. Кусты очень хорошо отзываются на внесение разнообразных подкормок, практически как помидоры, наверное, потому что они оба семейства подслёновых. Я провела огромное количество экспериментов и точно знаю, на что данная культура лучше всего отзывается. Сегодня поделюсь своими секретами предпосевной подготовки картофельных клубней, расскажу, чем опрыскать, чтобы урожай был максимальным. Слишком рано выносить картошку из погреба в тепло на прорастание я не рекомендую. Если ростки перерастут, то увеличится их ломкость в разы, а это совсем нехорошо. Многие садоводы не жалеют картофельные ростки, кидают так, что все отросточки ломаются. А ведь немногие знают, что первые ростки самые урожайные. Если их обломаете, конечно же, вырастет запасная почка, но она не такая продуктивная. Идеальное время вынести картошку в тепло – это за 14-18 дней до предполагаемой посадки. Так ростки будут максимально крепкие и не перерастут. Перенесите клубни в светлое помещение с температурой около 15-20 градусов и разложите в 1-2 слоя для проращивания. А теперь внимание! Главный секрет, который повысит урожайность клубней на 20-30%. Примерно за 7 дней до посадки опрыскайте клубни таким раствором. 2 капли циркона, 1 столовая ложка гумата калия и половинка чайной ложечки борной кислоты на 3 литра воды. Борную кислоту растворите в заранее в небольшом количестве теплой воды, затем смешайте и размешайте все компоненты и опрыскайте клубни. Предварительное опрыскивание действует на картошку намного лучше, нежели обработка в день посадки, и в этом я убедилась на собственном опыте. Такая обработка укрепит клубни, повысит иммунитет и увеличит урожайность картошки в сухое лето. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!